Скажи поподробнее, может быть, ты знаешь. Нам говорят, что это ВСУ стрельнуло по нам, типа из самолета летело. И Украина? Прилетело, да, вот. А кто-то говорит о том, что, ой, да ладно, что вы делаете, просто русские что-то начали стрелять для того, чтобы мобилизовать больше войск. Вот, и начать наступать еще понятно, больше. Понятно. Слышу, у тебя там салюты гремят. Салюты гремят, здесь к Славянску подошли, здесь так Славянска землей разные. День, ночь, салюты. Сегодня авиация прилетела, 3 недели с ней виделся. Вот у меня такие, вот я с одной стороны танка стою, сухпаёк себе разогреваю, с другой стороны у меня такие прилетают бомбы, Да? Да, знаешь, какое ощущение дает? Ощущение то, что некуда спрятаться. Вот, то есть они начинают вот бить, вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, сразу много. И ты начинаешь метаться, куда тебе спрятаться, куда она прилетит, вот такая вот жизнь, понимаешь? Если бы мы не нашли пакета украинской травы, я бы тут свихнулся на самом деле. А так в танке сидим долго. Нормально, да, там танчик новый дали. Вообще просто 600 пробег. 600, вот 300 он до меня доехал, 300 до меня было. Мы, правда, его еще не стреляли, пока никого не видел. В чем вы одеты хоть? А мы одеты, нам тут привозили шмотки, знаешь, такие вот, те, которые в 2014 году были уставные, вот такие привозили, но новые. Как бы все привозили, но привезли один раз. Помыться на пряге, то же самое, влажные салфетки помогают полностью, моющими, а так не раньше июня выведут нас. Июня? Да, это 100% сказали. Столько на самом деле, не знаю, как это вывести все через границу. На самом деле тут всего очень много. Вообще пофиг. Город захватываешь, да любой дом твой, заходи тут что. Я тут долларов набрал. Умница. И вот, сейчас приеду, думаю, сейчас что-то не поднялось в этом в цене. В начале войны скакануло, сейчас вернулся обратно. Но не переживай, это такая валюта, которая не пропадет. Не то, что рубль.